направо. Сегодня мы едем в Ниду. Добрый день еще раз. Я в Ниде. Нида — это курортный город, который находится на Куршской косе. На Куршской косе есть такие четыре небольшие деревушки: Йоткранте, Прейла Пярвалка, Нида, общее название Неринга. Домики в Неринге все в таком как бы одинаковом стиле. Красные, синяя окантовкой. Им не разрешают менять стиль. Если даже делаешь ремонт, все равно должен сохранить тот же самый стиль. Все это сдается. Как раньше говорили, хозяева живут в гаражах, а туристы в домиках. Это залив. На том берегу, там далеко-далеко, Россия. С этой стороны Россия, а там Литва, Русня. Такая красивая набережная, очень много скамеек, детские всякие качалки, прыгалки. Гуляешь, гуляешь, сел, отдохнул. Посмотрел на залив. Узнаете, кто это? Все правильно. Витаутас Кернагис. Еще его звали Бенас. Бенас считается один из первых бардов Литвы. Летом бывает такой праздник. Ну-ка, Бен, и Плаукем, и Нида. А тут люди покормили ворон, и вот их слетелось целое
стая. Нида небольшая. Очень хорошо снять велосипед или приехать со своим велосипедом и кататься на велосипеде, осматривать окрестности. Видите, все домики в одном стиле. Даже крохотное отделение Шведбанка и то в таком же стиле домик. Автобусная станция. Здесь ходят автобусы из Клайпеды до сюда и из Калининграда в Клайпеду. Это сувенирные киоски. Такие корабли организовывают всякие экскурсии. Следующая экскурсия в 3 часа. Красивая деревянная яхточка. Яхта Джаладута. Можно арендовать, поплавать, даже с ночевками. Не в гостинице, а вот так вот на яхте побултыхаться. Испытать себя. Мы когда-то зимой с друзьями с Вильнюса приезжали в Ниду, снимали домик. Был мороз сильный, весь залив замерз, и мы ходили на рыбалку. Допустим, от этого пирса каких километра 3 ловили корюшку. Так мы тогда прекрасно провели выходные. У них был ребенок Костя,
Ему было тогда лет 8. Он до сих пор вспоминает, когда еще поедем на рыбалку в Ниду зимой. Зимой по-особенному рыбалка хороша, запоминается. Вот здесь базируются все яхты. Прекрасный вид на саму Ниду. Маяк показывает путь домой. В Ниде не только такие маленькие домики. У них есть и многоквартирные дома, но их здесь немного, и высоток нету. Самые большие, наверное, 3-4 этажа. Как я сегодня оказалась в Ниде? Виктору по работе надо было в Ниду. Он говорит, поехали. Я сделаю свои дела, а ты снимешь видео. В Ниде всегда какое-то особенное спокойствие. Сюда хочется приехать, отключить телефон и просто гулять по этой сказочной деревушке. Смотреть на воду, на песок, на проплывающие яхты. Второй раз в этом году вижу лебедя, и почему-то он один. Не нашел себе еще пары, наверное. Скоро сирень зацветет. Соломенные крыши. Оригинально очень. Нида намного спокойнее, чем Паланга. Здесь тоже на съем много всякого жилья. Кафешек много. Но здесь и дороже. И переправиться надо, и за экологию платить. Жалко, у Виктора дела. Так бы поплыли на таком кораблике покататься. Всего час. Рассказывают что-то. Еще не сезон, но очень много туристов. Говорят на разных языках.
Оказывается, это дорога, потом велосипедная дорожка, а людям идти вот тут. А я шла по дороге. Мужчина обрабатывает янтарные изделия. Лампочки на дереве висят. Прикольно. Эти два домика сделаны в стиле фахверка. А верх все равно красный. Иду, брожу по этим улочкам. Даже не знаю, что вам сказать. Красота. Мыслей нет никаких. Дом рыбака. Как красиво тую подстригли. Витиколон. Люди здороваются. Хоть и не знают тебя, но здороваются. Приятно. У кого-то еще сохранился москвич. Но это так, как экспозиция. Навряд ли он ездит. Все это сдается. Некоторые даже зимой. Работают круглый год, некоторые только летом, но сдается это все. Когда хорошая погода, бывают такие моменты, что все занято. И найти очень тяжело себе ночевку. Парк. Детские всякие качели. Очень много всего. Это многоквартирные дома. Вот они, 2-3 этажа, не выше. Здесь выше не разрешают строить. Берегут природу. Чтобы дом не был выше деревьев. Куда-то иду. Сама не знаю куда.
но знаю, куда хочу выйти. Там есть такая гора, и там открывается прекрасный вид на Ниду с высоты. Люди идут по этой дорожке. Надеюсь, что я иду правильно. Посмотрю, туда я выйду или нет. Здесь так спокойно, ветра нету. И не очень холодно. Хотя ночью был только 0 градусов было. Обогнала всех людей. Но если мне в гору, значит, я повернула на тропинку, которая ведет в гору. Вот посмотрю, куда меня мой навигатор выведет. Все пошли по другой дороге. Ой, хоть бы не заблудиться. Явно иду не по той дороге. Какой крутой подъем. О, и надо оно мне было. Во, я забралась на эту гору. Чуть зашла. Вокруг ни одной живой души. Но мне куда-то не сюда. Иду дальше искать. Фу. Нашла тропинку, которая мне надо. Цивильную, так сказать. А то шла по лесу. Как первопроходец. Вот сюда я хочу наверх. Здесь есть солнечные часы. Все выше и выше поднимаюсь. Вот этот вид я вам хотела показать. Только что я была там внизу, на пирсе. А сейчас поднялась на эту горку. Немного поплутала, но ничего, нашла. Солнечные часы. Написано 21 марта. День весеннего равноденствия. Здесь вот так дюны укрепляют такими квадратами. Море видно. 22 сентября. День осеннего равноденствия. Все 12 месяцев написаны. Сейчас май. Сейчас время показывает 15:48. Вот 15. Вот 16. Все правильно. 15:48. Прямо Россия.
Позвонил Виктор. Говорит, ты где? Я говорю, на горе, где солнечные часы. Так он сейчас приедет меня забрать. Поэтому я иду быстро-быстро. Скульптура называется «Против ветра». Люди сюда приезжают на машинах и поднимаются к солнечным часам и на обзорную площадку. Я пришла со стороны Ниды через лес. Вот, за мной едут. Тут продают много янтаря. Туристы могут купить янтарь. Все еще Нида, только самое начало Ниды, как бы ближе к Клайпеде. Немного другие домики, не такие в красном синем стиле, здесь совсем другие. Написано «Книжный домик Маяк». Здесь можно прийти, открыть, взять книгу, почитать и положить обратно. Вдоль берега сколько малька много. Мне через очки видно. О, разбежались. Камыш шумит. Лягухи квакают. Райское местечко, конечно, Нида. Так и хочется взять отпуск и приехать сюда. Даже в плохую погоду. Здесь хорошо. Спокойно. Размеренно все. А летом так вообще чудесно. Взял полотенце и пошел на море. Первый раз вижу тренажеры, предназначенные для инвалидов. Вот так вот. О, цапля прилетела. Ах, красавица какая.
Интересно, с лебедем будет дружить или не будет? Нет, не хочет дружить. Тренажеры для детей от 6 до 12 лет. Соломенная крыша. А тут уже мхом поросла крыша. Наглю по жентинис такос. Такая дорожка, опознавательная, или как сказать, познавательная дорожка. Туда идешь очень далеко, поднимаешься на очень высокую дюну. И открывается красивый вид на залив. Если будете когда-нибудь ехать в сторону Ниды, обязательно тут остановитесь и поднимитесь на самый верх. Идти далеко, но очень интересно, много песка. Чувствуешь себя, как в том фильме «Долгая дорога в дюнах». Вот такой вид там открывается. Поднимаешься вот сюда, на самый край. И вот такой вид красивый. Сегодня мы не пойдем. Уже и так я провела много времени. Надо домой, дома ждет Тиночка. В общем, у нас на Курской косе есть вот такая беда. Счастье у нас тут, счастье. Называется кормораны. Они же бакланы. Они же бакланы. Такие черненькие. Вот тут они живут. На зиму они куда-то улетают. А летом... Лучше бы не возвращались. Их колония вот тут. Вот такой после них остается лес. В 98 году они к нам прилетели, и до 2011 года вот настолько выросла ихняя популяция. Мы остановились в Йоткранте. Рыбаки сушат сети. Готовятся к рыбалке. Прыгает рыбка. Играется. Гора ведьм. Всем рекомендую посетить. Там всякие вот такие скульптуры деревянные народных мастеров. Небольшой кусочек Йоткранти. Йоткранти меньше, чем Нида. Там вдалеке стоит кораблик.
Это он приходит с Клайпеды, останавливается в Йоткранте. 3 часа можно гулять по Йоткранте и обратно плывет в Клайпеду. Вся экскурсия занимает 6 часов где-то. Эти утки друг другу трясут головами. Наверное, разговаривать не умеет, только головами трясут. А и те там, ага, как смешно делают. Ой, аж лебедя напугала. Лебедь проснулся. Спи, спи. Это у них язык такой. Ага. О, потрясли, в разные стороны разбежались. Плудорос. Плудорос это... Буй. Да. Сегодняшняя моя поездка в Ниду, я посмотрела, у меня телефон пишет. 11 000 шагов я сделала. Молодец. Погуляла. Все, едем домой. Едем домой. Если вам понравилось Нида, Йоткранте, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо за просмотр и пока-пока. Пока.